Вы смотрите видео об отеле Луис Коркера Бич. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Луис Коркера Бич расположен в стране Греция в регионе Корфу и относится к классу гостиниц с числом звезд 4,8 километров, 200 метров, в поселке Гулья. На территории отеля имеется интернет-уголок платно, кондиционер в отеле, парковка, обмен валюты, супермаркет, мини-маркет, ювелирный магазин, услуги прачечные, услуги платные, услуги, в отеле работает русскоговорящий персонал. Основной ресторан «Алкинус», ресторан у бассейна, ресторан «Лагун», азиатский уголок открыт 3 раза в неделю в июне-сентябре. Основной бар «Аксиота», бар, бар у бассейна, бар «Лагун» работает с июня по сентябрь, бар на пляже работает с июля по август. Обмен валют, аренда автомобилей, мини-маркет, ювелирный магазин, интернет-уголок платно, Wi-Fi платно, ТВ-уголок, игровая комната платно, прачечная платно, парковка, беспроводной интернет, Wi-Fi в общественных местах отеля платно, 5 евро, 90 минут, 10 евро, 200 минут, 15 евро, первый день, 30 евро, 3 дня. В номерах есть регулярная уборка, 6 раз в неделю, кондиционер, доработает с мая по октябрь, общее количество номеров, 370, балкон, терраса, ванная комната, ванна, душ, фен, телевизор, спутниковая, кабельная, ТВ спутниковая, ТВ есть русские телеканалы, телефон в номере, сейф в номере, доплатно холодильник. Номерной фонд отеля состоит из стандарт Inland View, стандарт Sea View, Bungalow Sea View, Family Room Inland View, Family Room Sea View, Deluxe Family Front Sea View, 2 Bedrooms Family Sea View. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов 2, открытый бассейн 2, бассейн с пресной водой 2, настольный теннис, теннисный корт, депозит, пляжный волейбол, мини-гольф, бильярд, платно, аэробика, водная аэробика, игротека, телевизионный зал, центр водных видов спорта платно, развлекательная программа, развлекательные программы, анимация. Для детей есть детский бассейн, детский клуб, детская площадка, рестораны с высокими стульчиками для детей, детское меню, детская кроватка, услуги няни, по запросу, задоп. Плата 10 евро в час. Песчаный пляж, да. Галечный пляж, да. Шезлонги бесплатно. Солнцезащитные зонты бесплатно. Год постройки гостиницы 1974. Год, когда был сделан последний ремонт, 2011. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.